Ярко-красный сушеный перец играет главную роль в приготовлении вяжущего и острого бульона в китайском самоваре хо-го. Каждый высушенный перец нужно нарезать кусочками и обжарить вместе с другими приправами, чтобы получить основу для самовара хо-го. В городе Чунцин, в каждом ресторане, где предлагают китайские самовары хо-го, есть свой рецепт основы. Каждый чунцинец умеет регулировать вкус основы хо-го на свое усмотрение. Да и характер у жителей Чунцина живой, решительный и прямой, такой же, как вяжущий и острый хо-го. Благодаря выбору ингредиентов, составлению бульона и кулинарному мастерству китайский самовар хо-го объединил мясное, постное, сырое и готовое, острое, сладкое, пресное и ароматное. Это и есть гармония пяти вкусов в понимании китайцев.